записи с тёгом «Мальва». Виды и сорта мальвы для вашего сада 27 апреля 2019 года. Согласитесь, что стройный ряд высоких цветоносов мальвы с разноцветными бутонами смотрится просто шикарно. Виды и сорта мальвы позволяют каждому садоводу подобрать растения для души. Одним нравятся низкорослые. Полезные свойства мальвы «Красавица» и «Зеленый лекарь» в одном лице 26 апреля 2019 года. Некоторые цветы, растущие у нас под окнами, могут быть не только красивыми, но и лечебными. Например, полезные свойства мальвы известны еще с давних времен. Особенно ценится растение. Выращивание мальвы в саду. Секреты пышного цветения 25 апреля 2019 года. Стройные высокие цветоносы, обильно усыпанные крупными яркими соцветиями, делают мальву королевой палисадника. Выращивание мальвы – дело несложное и увлекательное. Увидев маленькие сеянцы, сложно поверить, что из... Как размножить мальву? Разводим на участке шток-розу 24 апреля 2019 года. Красавица мальва долгое время незаслуженно была забыта и считалась бабушкиным цветком, но сегодня снова становится популярной. Если вы хотя бы раз видели ее цветение, наверняка задавались вопросом. Лечебные свойства мальвы и противопоказания превзойдут все ваши ожидания. 3 января 2019 года. Сухой кашель – один из самых неприятных и трудноизлечимых симптомов бронхита и трахеита. Еще в Древнем Египте были известны лечебные свойства мальвы и противопоказания к ней. Лекари. Как вырастить рассаду мальвы в домашних условиях? 19 сентября 2016 года соседка по даче поделилась семенами мальвы. Подскажите, как вырастить рассаду мальвы в домашних условиях? Мальва, или как ее еще называют шток-роза, это красивый высокий цветок, обладающий как суданская роза, чай и лекарство. 17 ноября 2014 года розела, венецианская мальва, цветок фараонов, суданская роза, распространенные название для гибискуса сабдарифа, который мы знаем как каркаде. Совсем недавно в нашу страну начали завозить сушеные красные шток-роза, посадка, выращивание и уход. 15 ноября 2014 года редко кому не доводилось встречать в своей жизни этот замечательный цветок. Его простота и одновременно нарядность и величавость завоевала массу поклонников среди любителей цветоводов. От гордо вознесшейся к... Теперь наши статьи про выращивание растений и другую дачную жизнь на канале Яндекс.Дзен. Новые статьи «Красивая и практичная дорожка из пилов дерева своими руками» 3 января 2022 года. Трутневое молочко – находка для человечества. 3 января 2022 года вредители и болезни сирени могут погубить растения. 2 января 2022 года применение диаскории кавказской для лечения различных болезней и патологий. 2 января 2022 года недооцененное пищевое и лекарственное растение бутень клубненосный. 31 декабря 2021 года вопросы-ответы. Хотите ласкового питомца? Тогда узнайте, как правильно выбрать шиншиллу. 2 декабря 2021 года выбираем вкусный и сладкий плод. Как определить спелость помело? 2 декабря 2021 года стоит ли ожидать неприятностей от экзотических фруктов, можно ли отравиться помело? 1 декабря 2021 года. Три способа, как хранить молочный гриб без молока. 1 декабря 2021 года. Особенности использования полезного кефира, можно ли кефирный гриб детям? 30 ноября 2021 года.